друзья, ну вот о чем можно сказать и рассказать. Ситуация, когда люди не меняют резину на зимнюю. Вот сейчас вот фура стоит, пробка километровая, не может выехать с базы, вот, крутит колесами на одном месте. Поэтому будьте бдительны, меняйте резину вовремя, и не будет горя. Стоят, я сейчас набрал в МЧС, пообещали связаться с Элуадом, я уже не стал в Элуад набирать, пообещали связаться с Элуадом и отправить сюда, вот именно на вот этот вот злополучный перекресток, автомобиль, который посыпет льдо, посыпет лед. Ну и я надеюсь, эта ситуация не повторится, потому что 30 минут машины стояли. Вот сейчас покажу вам вот за моей спиной, посмотрите, вон пробки, вот там пробка просто огромная. Оперативно отреагировали сотрудники ЛАДа. Вот машина едет, которая, ну я надеюсь, это она, которая сейчас здесь попытается немножко навести порядок. Ну вот тут МЧС подоспели. И вот ребята сейчас посыпают. Вот такой вот. Хорошо, напишите это потом. Ребят, ну вот что хочется отметить. Хочется отметить районную администрацию Шевченковскую. Не прошло, ну, наверное, не буду обманывать, минут, наверное, 10-15. Вот сейчас мы видим, здесь вот машина районной администрации приехала. Вот посыпают. Сейчас, я думаю, разрулим ситуацию. С этой стороны пожарники стоят. Сейчас они, я надеюсь, вытянут нашего неблагополучного водителя, который ездит на голой резине. Ну, вот таким вот образом, вот совместными усилиями мы спасем мир. Сейчас все посыпят, как каток. Я надеюсь, больше таких ситуаций не будет случаться. Сейчас засыпят все основательно.